Всем большой привет! Меня зовут Ирина, вы на моем канале о йоге, и сегодня у нас с вами будет комплекс для офиса. Для этого нам понадобится только стул и стена, то, что всегда есть, когда мы работаем в офисе, и решать мы с вами сегодня будем две проблемы. Первая проблема – это отсутствие динамики, гиподинамия, которая приводит к плохому оттоку венозной крови от ног, поэтому мы будем больше двигаться, чем стоять в статичных положениях. И вторая проблема – это округленный позвоночник, нарушение осанки, поэтому мы будем раскрывать грудной отдел для того, чтобы восстанавливать функции дыхания, вытягивать позвоночник, скручивать его и работать им во всех направлениях. Начинаем мы с вами с положения сидя. Садимся на стуле, выпрямляем спину, тянемся макушкой вверх и прикрываем глаза. Буквально несколько секунд настроимся на практику, вернемся в себя, вниманием внутрь, почувствуем свое тело, почувствуем себя, почувствуем стопы, опору под стопами, опору под тазом. Толкнемся слегка тазом от опоры, вырастим еще больше макушкой вверх и расслабляем наши плечи. И начинаем дышать полной грудью, представляя, как будто мы из центра расширяемся, надувается и живот, и грудная клетка на вдохе. И на выдохе мы полностью сужаемся, закрываемся. Дышим глубоко, и наша задача сейчас отметить, какая глубина дыхания, насколько амплитудно работают наши легкие, грудная клетка, живот, чтобы сравнить эти ощущения с дыханием уже после комплекса. Еще один глубокий вдох и полный максимальный выдох. С выдохом открываем глаза, разминаем шейный отдел, поворачиваем голову вправо-влево, смотря глазами за правое, за левое плечо. Уводим взгляд до крайней точки, но можно не до самой максимальной, а до которой комфортно смотреть, чтобы не создавалось лишнего напряжения в глазах. Мы, наоборот, стремимся их чуть-чуть расслабить после напряженного дня. Наклоны головы вперед-назад, глаза вместе с головой вниз и вверх. Тянемся макушкой в потолок. И наклоны к правому, к левому плечу. Глазами смотрим по диагонали вверх. Вытягиваем боковые поверхности шеи. Вытягиваем макушку вверх. И работаем только глазами. Делаем 5 кругов глазами в одну сторону и 5 кругов глазами в другую. Каждый в своем темпе. И в другую сторону. И когда закончили, моргаем глазами. Опять же, не сильно, без напряжения. Хорошо, открываем глаза. Руками массируем слегка виски круговыми движениями. Уходим на уши, проминаем свои уши от верха до низа, мочки ушей. И делаем небольшой самомассаж шеи, основания черепа, где часто скапливается напряжение. Чувствуем там такие жесткие сухожилия, разминаем их. Приятно массируем шейный отдел. Чувствуем, как шея наливается теплом. Немного мнем плечи. Отлично. И опускаем ладони на колени. На вдохе толкаем колени на себя, грудную клетку вперед, прогибаемся. И на выдохе лопатки назад округляемся. Вдох, прогиб, выдох, круглая спина. Отлично. Поднимаемся со стула, убираем пока его в сторону. Следующая часть практики будет у стены. Мы встаем с вами близко-близко к стене, отстроим с вами тадасану, положение прямой осанки, прямого позвоночника, пятками, икроножными, тазом, лопатками и затылком касаемся стены. При этом наблюдаем, чтобы подбородок не задирался вверх, подбородок опускаем чуть ниже ключицам и именно затылком толкаем стену назад, прижимая лопатки. Встаем стопами чуть-чуть шире и, сохраняя прижатый таз и прижатые лопатки, на вдохе поднимаем прямые руки вверх и на выдохе наклоняемся вправо, опуская правую руку вниз, лопатки остались прижаты к стене. Вдох, обе руки вверх, выдох, наклон влево. Продолжаем динамичное вытяжение боковых поверхностей. Вдох, вытяжение, выдох, наклон. Со вдохом руки вверх и с выдохом наклоняемся вправо, следим, чтобы левая лопатка
осталась прижата к стене, правую руку можно опустить себе на бедро, на голень, смотря какой высоты получился наклон. Прижимаем левую лопатку, прижат таз. Со вдохом снова вытягиваемся вверх и с выдохом наклон влево. Все время мы говорим, что прижимаемся к невидимой стене сзади, и сейчас у нас есть эта стена, и мы можем проверить, насколько мы правильно выполняем эти движения, оставаясь телом в одной плоскости. Отлично, со вдохом возвращаемся и отшагиваем стопами чуть дальше от стены, сгибаем чуть ноги в коленях так, чтобы поясница прижалась к стене. Можно ладошкой проверить, что там нет зазора, нет прогиба, плотно-плотно вся спина прижата к стене. Прижимаем лопатки, прижимаем снова затылок, сгибаем руки в локтях и прижимаем локти и ладони тыльными сторонами также к стене. Будем делать упражнение ангел, упражнение из йога-терапии. Мы на вдохе, не отрывая руки, не отрывая поясницу от стены, поднимаем руки вверх по стене. И на выдохе опускаем вниз локти к пояснице. Вдох вверх, выдох вниз. Мышцами живота контролируем поясницу, чтобы она не прогибалась, спина не отрывается от стены. И чуть усложняем, шагаем стопами больше вперед, садимся тазом ниже, чтобы бедра были параллельны полу. Прижимаем снова поясницу к стене, затылок, локти и продолжаем вдох, руки вверх, выдох вниз, вдох вверх, выдох вниз. Отлично, выходим. Стряхиваем напряжение с ног, можно руками слегка помассировать наши передние поверхности бедер, снять оттуда напряжение. И встаем вертикально, собираем ладони в намасте перед грудью, поднимаем локти вверх так, чтобы предплечья были параллельны полу, и давим интенсивно ладонями друг на друга, стараясь включить грудные мышцы, почувствовать там работу. Давим основаниями ладоней, пальцами рук. Проверяем, чтобы не было напряжения в мышцах лица, отпускаем нижнюю челюсть, сохраняем дыхание, делаем вдох и с выдохом опускаем руки вниз, поворачиваемся лицом к стене, поворачиваемся лицом к стене, опускаем ладонь, опускаем всю руку, кладем всю руку на стену, так, чтобы ладонь была на уровне наших глаз, и прижимаем правое плечо плотно к стене. Левая рука возле левой стороны, делаем вдох, и на выдохе слегка левой рукой отталкиваемся, не отрывая правое плечо от стены, мы стараемся повернуться корпусом и вытянуть наши грудные мышцы. Дышим здесь. И меняем сторону, вытягиваем левую руку в сторону, ладонь примерно на уровне глаз, плечо прижато к стене. Делаем вдох и на выдохе правой рукой отталкиваемся, как будто накатываемся на левое плечо, вытягиваем левый плечевой сустав, вытягиваем внутреннюю поверхность левого плеча, грудные мышцы. Раскручиваемся снова передом к стене и теперь уже кладем руку согнутую в локте, так, чтобы локоть был на одной линии примерно с плечом. Плотно прижимаем плечо к стене, делаем вдох и на выдохе снова левой рукой отталкиваемся, стараясь накатиться на правое плечо. Стараемся прижимать правое плечо, оно может здесь слегка отрываться от стены, но мы стремимся к тому, чтобы прижимать плечо плотно к стене. Здесь ощущения могут быть интенсивнее. Прикрываем глаза, если необходимо. Дышим глубоко. И меняем сторону. Разворачиваемся лицом к стене. Левый локоть к стене, левое плечо стараемся прижать. Делаем вдох и на выдохе правой рукой отталкиваемся, накатываемся на левое плечо. Стремимся плечом тянуться к стене. Отлично, раскручиваемся, встаем чуть дальше от стены, поднимаем руки вверх, опускаем ладони на стену, большими пальцами касаемся друг друга. Можно развести ладони чуть пошире, но так, чтобы они не были шире, чем ширина плеч.
сомкнутые большие пальцы будет чуть усложненным вариантом, выбираем. Если так будет очень тяжело, разводим ладони чуть пошире. Мы делаем вдох и на выдохе стекаем грудной клеткой, тянемся к стене. Можно опустить подбородок на стену. Если в шее дискомфорт, опускаем подбородок вниз. И тогда лбом прижимаемся к стене. И стремимся прижать подмышки, стремимся прижать грудную клетку. Раскрываем грудной отдел. Хорошо, приподнимаемся вверх. Отлично. И встаем еще ближе к стене. Разводим ноги пошире, чем ширина таза. Разворачиваем носки стоп наружу. Опускаем руки снова на стену, но так, чтобы большие пальцы теперь смотрели назад. Делаем вдох и на выдохе стекаем грудной клеткой и руками по стене вниз, стараясь не оторвать ладонь, руки от стены. И со вдохом вверх. Выдох вниз, вдох вверх. Если так делать совсем тяжело, отшагиваем ногами еще дальше от стены и работаем здесь. Чем ближе стопы к стене, тем будет сложнее. И последний раз выдох. И вдох. Отлично. И последний этап, который мы сделаем у стены, это скручивание нашего позвоночника. Мы встаем боком к стене, прижимаемся правым тазобедренным суставом, ставим правую ногу чуть спереди от левой, вытягиваем обе руки вперед, делаем вдох, и на выдохе правой рукой скользим по стене, проглаживаем стену, скручиваемся вправо, прижимаемся правым тазом так, чтобы таз не смещался. Таз остается закрыт, и обе подвздошные кости смотрят вперед. Вдох, возвращаемся. Выдох, скрутка. Вдох. И выдох. С выдохом скручиваемся и остаемся здесь некоторое время в статике. Руками толкаемся вправо-влево, стараемся вытянуть их в локтях, выпрямить до конца. Толкнуть правую лопатку назад, левую чуть больше вперед. Вдох и выдох. Отлично. Меняем сторону, разворачиваемся левой стороной к стене. Левая нога спереди, правая сзади. Руки вытягиваем вперед. Мы делаем вдох и на выдохе левой рукой проглаживаем стену, скручиваемся влево. Вдох, возвращаемся. Выдох, скрутка. Таз остается неподвижен. Для этого мы левым тазобедренным суставом прижимаемся к стене, чтобы контролировать этот момент. И с выдохом скручиваемся и остаемся здесь какое-то время в статике, толкая усилием мышц левую лопатку больше назад, макушкой тянемся вверх, чувствуем включение мышц вдоль позвоночника. Вдох и выдох. Отлично. Опускаем руки вниз, приподнимаем правое бедро и вращаем правое бедро наружу, стараясь хорошо разработать правый тазобедренный сустав. Включить мышцы вдоль ног. В другую сторону, внутрь. И меняем ногу. Левое бедро наружу. И внутрь. По максимальной амплитуде вращаем, стараюсь вводить максимально наружу, максимально внутрь. Опускаем левую ногу и сгибаем, разгибаем ноги в коленях, слегка ударяя себе пятками по ягодицам. Приподнимаем правое бедро параллельно полу и вращаем стопой по кругу в одну сторону. Разогреваем голеностопный сустав. Запускаем снова кровоток от ног к сердцу. Меняем ногу. В одну сторону вращаем стопой. И в другую. Хорошо, стряхиваем с ног все напряжение и садимся на стул.
Садимся на край стула, спина прямая. Правый голеностоп кладем на левое бедро. Правый носок натягиваем на себя. Правой рукой можно помочь чуть оттянуть бедро от себя, сохраняя прямую спину. Если здесь ощущений уже достаточно, остаемся сидеть так. Если чувствуем, что хотим усложнить, опускаемся грудной клеткой к правой голени, следя, чтобы это не повлияло на положение нашей поясницы. Чувствуем хорошее вытяжение ягодичных мышц справа. Поднимаем корпус вверх и подтягиваем правое колено к противоположному левому плечу. Корпусом можно остаться смотреть вертикально вперед, либо добавить скрутку. Выбираем по своим возможностям. Если здесь уже ощущений достаточно по внешней поверхности правого бедра, остаемся так. Если хотим чуть усложнить, прижимаем плотнее бедро к животу, скручиваемся вправо, толкая правую лопатку назад. Макушка все время стремится вверх, мышцы лица расслабляем, отпуская нижнюю челюсть. Хорошо, возвращаемся, опускаем правую ногу, левый голеностоп на правое бедро, левый носок натягиваем на себя. Левой рукой помогаем отталкивать от себя левое бедро и выбираем, либо остаемся вертикально здесь, либо добавляем наклон корпуса вперед к левой голени. Продолжая тянуться макушкой вдоль линии позвоночника, вытягиваться из таза, опускаясь вниз от низа живота, наклоняя таз, не округляя спину, а вытягиваясь наоборот все больше и больше вперед. Наблюдаем здесь ощущение вытяжения. Со вдохом приподнимаемся и с выдохом левое колено подтягиваем к правому плечу. Наблюдаем за вытяжением по внешней стороне левого бедра. И либо остаемся смотреть вперед, либо докручиваемся влево, толкая левую лопатку назад. Отлично, раскручиваемся вперед, опускаем левую ногу. Остаемся сидеть с прямой спиной, опускаем ладони себе на бедра, вытягиваемся макушкой вверх и прикрываем глаза. И снова дышим максимально глубоко, как будто из центра, наполняя и живот, и грудной отдел, чувствуя, что мы задействуем на вдохе весь объем легких. И на выдохе стараемся выдохнуть все-все до последней капли, в конце выдоха подтягивая переднюю брюшную стенку внутрь пупок к позвоночнику. Дышим так несколько циклов. Наблюдая, есть ли разница с ощущениями до практики и с ощущениями сейчас. И с очередным выдохом открываем глаза. Мы закончили наш комплекс. Благодарю вас за то, что выбрали мое видео. Желаю вам прекрасного дня. Пока-пока.